связи Мосэнергосбыт начинает встречу на поле. Все в синей форме. Мосэнергосбыт желтый. Спецсвязь назад отсутствует сегодня у команды штатный голкипер и только один на скамейке запасных у Мосэнергосбыта с составом, что напомню, лучше. 5 полевых игроков и один голкипер, который в любой момент свою команду поддержит. И спецсвязь, как интересно, сразу 5 полевых начинает матч. Не часто такое видеть. Сразу попытается Наталья Мосленко быть за самую уверенную своей соперницей показать. У спецсвязи в первом туре ничья 1-1 с Газпром Энергохолдингом и поражение от Татнефти со счетом 1-2. Не самый удачный первый тур. Но после стачка сумели набрать уже ничего. Правда, 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 с глубинным поля пытаются начать атаку у Энергосбытовцы. Проход по флангу, выход 1 на 1. И снова вратарь, отличное действие. Пусть и не основной, не штатный. Вернулся и головой выбил мяч, поскольку уже видел, что не успевает вернуться в штрафную. Давай. Игроками остались. А вот будет спецсвязь. Нарушение правил, Мосэнергосбыта. Не самое грубое, но было. Практически не держится в поле, постоянные остановки. Да. Давай сюда! Иди в него, Андрей, иди!
Сыграл уже больше 5 минут, и все это время связь контролирует мяч. Контроль мяча, конечно, это здорово, должно быть больше ударов в поворот, и шансы забить будут выше. Не получилось сыграть в стенку. И появился у спецсвязи на мной голкипер Горелов. Каждой комбинации чего-то не хватает спецсвязи. Последние точные передачи, как правило. Горелов без труда мяч забрал. Удар две штанги. Мяч не пересек линию ворот. Штрафной спецсвязи. Так, достигает мяча. Дарю второй раз нельзя. Вот теперь можно мяч. Снова сложился. Теперь уже контроль мяча от Мосэнергосбыта. Борду в связи. Давай. 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 Давай.
можно считать, как удар по воротам, касание головой было. 0-0, конец первого тайма. Игра продолжается. Счет 0-0, но видно, что команда недовольна. Были моменты у тех, у других, чтобы забить. Прошла. Тарь снова на выходе. И остался 11-й номер уже. На пятачок, на пустые ворота. Последний момент, не поверил, что до него мяч дойдет. Ну и перед этим, конечно, его оборонительные действия нужно. Чуть выше необходимого. Там был рикошет, так что угловой. Смотри, Юба, Юба есть. Удар, казалось, уже с убойнейшей позиции наносился. Удар с Юбой! Мощный, погорел. Браво! Еще один удар с лета. Подальше. Пас, да. Пас не удался. Пас, спину встать. Все еще без забитых мячей. Держи.
стеночку не проходит. Сажай, Слав! Долгие приготовления воду мяча из аута. Так, капитан Мусинер Газбыта мяч прокидывает, но для него мяч немного не дошел. Может быть, если сразу начал стелиться в подкате, то момент закончился бы здесь, наоборот. Давайте, все, спокойно, спокойно, все спокойно. Угловой Мосинер Газбыт. Активнее, 10 секунд. Давай. Есть один мяч. Если он случится, наверняка может стать решающим. Правильно, нет вариантов дать вперед, лучше сделать передачу назад. Очень широко играет Кузнец, задействует все фланги. Давай, он все, не мог. Все, пусть играет. Все, атакуй уже. И все еще можно играть. Один слайд. Играем. Проводил его за пределы поля. И снова выход из ворот. Этот раз точно мы здесь без шансов для вратаря. В миллиметре от штанги мяч прокатился и остался в сетке. 1,5 минуты и будет у Мосинер Газбыт для того, чтобы отыграться. И Мосинер Газбыт собирается выпускать 5-го полевого. То есть менять вратаря. Еще раз.
здесь уже, наверное, нужно разыгрывать, потому что второго шанса, второй такой атаки уже не будет. Все.